Шустрый, маневренный, экономичный, вместительный и комфортный. Надежный партнер для бизнеса, в котором автомобиль играет одну из главных ролей. Peugeot – партнер. Автомобиль относится к категории малого коммерческого транспорта и отлично подходит для перевозки небольших грузов. Его уже успели оценить различные торговые компании, фирмы-производители, а также службы доставки. Объем грузового отсека автомобиля составляет 3 кубических метра. Вот столько коробок может войти в этот автомобиль. Кстати, Peugeot – первая компания, выпустившая автомобиль, предназначенный исключительно для коммерческого использования. Большой опыт помог сделать Peugeot партнер комфортным во всех мелочах. Автомобиль имеет удлиненную модификацию. Кузов автомобиля удлинен на 30 сантиметров, и в базе идет боковая сдвижная дверь. Задние двери автомобиля открываются на 90 градусов. Также можно снять ограничители и открыть их на 180 градусов. Салон комфортный, как в легковушке, а также, что немаловажно для рабочей лошадки, практичный. Салон автомобиля вместительный, допускается посадка 2 человек, то есть водителя и пассажир. Регулировки сидений, то есть как спинки, так и в продольном направлении. Руль, регулировка, то есть вверх-вниз по наклону регулируется. Тканевая обивка сидений. Очень много, то есть ниш для каких-то там рабочих моментов, документов, подстаканники. Потолочная консоль сделана для того, чтобы можно было хранить какие-то документы, то есть она очень глубокая. В принципе, листок там даже формата А4 помещается. Боковые зеркала очень большие, то есть это очень удобно в движении в городском режиме, при парковках задним ходом, то есть обзорность очень хорошая автомобиля. Что касается моторной линейки, в обычную версию устанавливают движок 1.4 мощностью 75 лошадиных сил. На партнер с удлиненной базой ставят двигатель 1.6 109 лошадиных сил. Коробка механическая, пятиступенчатая. Автомобиль имеет стандартные комплектации: подушку безопасности водителя, также гидроусилитель руля, кондиционер, электропривод, зеркал и центральный замок являются опциональным оборудованием. Расход топлива в смешанном цикле всего 7,5 литров на сотню. На трассе автомобиль потребляет меньше 6,5 литров. Цены на Peugeot партнер начинаются от 427 тысяч рублей. Гарантия на автомобиль 2 года без ограничения пробега. Плюс компания Peugeot разработала для покупателей специальные кредитные программы. Банк Peugeot Finance предлагает кредитные программы на коммерческий транспорт с первоначальным взносом от 10%. Для оформления кредита вам потребуется паспорт и второй документ на выбор, например, водительское удостоверение. Подробности можно узнать в автосалоне. Peugeot партнер – отличная инвестиция для вашего бизнеса. Автомобили всегда есть в наличии. Приезжайте к нам в автосалон Леонар Авто, который находится по адресу Копейское шоссе, 88, строение 9.